Жителям Зырянки прошедшие выходные запомнились выставкой ярмаркой «Продовольствие-2016». В Верхнеколымском районе подобное мероприятие – редкость. В последний раз такая выставка проводилась 10 лет назад. Пришедшие смогли оценить и затем купить местную молочную, мясную и рыбную продукцию. По итогам мероприятия были выявлены победители по различным номинациям. А гости выставки ярмарки отмечали, что было бы неплохо, если бы подобные мероприятия проводились чаще. Вы знаете, я очень довольна. Это впервые, во-первых, ярмарка такая. И очень приятно, что можно купить свежие мясные товары, рыбные, молочные. Я очень благодарна за организацию этой ярмарки.